Особенное внимание жюри на муниципальном этапе инженерного форума «Техновиват» школы «Росатома» привлек проект «Экомарин» ребят из 15-го лицея. Юные инженеры создали платформу для города будущего на плаву. Идея разработки в том, чтобы найти экологичные и безопасные способы получения электроэнергии. Проект школьников состоит из двух моделей – самой платформы и катера с солнечной панелью. Это макет катера, на котором будет находиться солнечная панель. Он будет плавать вокруг города и как бы питать город от солнечной энергии. А также он может быть резервным кораблем для при чрезвычайных ситуациях на платформе, либо же для перевозки провизии и прочего на город. Команда из 10-й школы сделала резиномоторную модель самолета. Корпус модели смастерили из древесины, пропеллер из пластмассы, а крылья из пенопласта, чтобы самолет был легким и хорошо летал. Ребята очень тщательно подбирали детали, вплоть до клея. Очень важно его правильно запустить. Да, это же планер, он должен планировать с резиномотором. То есть его надо поднять как можно выше и запустить на определенное количество оборотов. С настроем все хорошо. Думаем, что все получится. Чтобы успешно подготовиться к муниципальному этапу, для участников форума школа «Росатома» организовала мастер-классы и консультации в онлайн-формате. По направлению инженерное конструирование ребята представили свои разработки по трем номинациям – аэромобили, модель самолета и модель катамарана. Представители команды здесь, три команды из представителей двух, два человека в команде, которые будут здесь демонстрировать свои искусства. Модели они сделали. Сегодня посмотрим, как они будут. Теперь саровчанам предстоит продемонстрировать свои изобретения на всероссийском этапе инженерного форума «Техновиват». Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.